是北京俄罗斯文化中心的主任，我叫卡西亚诺娃。Когда была студенткой Московского государственного университета имени Ломоносова, а на факультете училось довольно большое количество китайцев, и я жила с ними в общежитии. И как-то я застряла в лифте и поняла, что мне просто необходимо изучать китайский язык. Так я начала его изучать, затем была первая стажировка, затем была магистратура Пекинского университета. Я познакомилась со своим мужем в Китае. Наш культурный центр был открыт в 2010 году, и его открывал лично президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. У нас много, к нам приходят и китайские граждане, интересующиеся языком, культурой или умеющие говорить на русском языке. Все мероприятия, проводимые Шанхайской организацией сотрудничества, они имеют напитаны таким вот определенным теплым, дружественным духом. Поэтому, приходя в секретариат Шанхайской организации сотрудничества здесь, в городе Пекине, у меня ощущение, что я прихожу домой. Поскольку в ШОС входят те страны, которые исторически являются дружественными для нашей страны, для России.